вышел я из леса и иду вдоль поля. Вот оно позади меня. Здесь участок озимый посаженный. А я там же также проходил мимо одного участка, где она была пшеница или какие-то злаковые. Около километра прошел вдоль поля, издали увидел лисицу. Она меня не видела. И ветер сегодня такой, как раз северо-западный, мне сейчас в лицо. И меня она учуять не могла. Ну, поснимал немножко издали, метров со 100, может быть, чуть больше даже. Потом она резко убежала в сторону леса. Я решил, что кого-то испугалась, даже начал осматриваться, думал, может, вдоль леса какой-нибудь автомобиль едет. Никого не было, не знаю, почему убежал. Я иду тихонько дальше, также вдоль леса. И еще ближе она оказалась. Ну, лисичка. Заметил ее снова. Начал снимать на всякий случай, чтобы не спугнуть, еще и присел. Когда присел, похуже стало видно. И вот обидно. Она даже в мою сторону начала двигаться. Я замешкался, поудобнее хотел сесть, чтобы видео более стабильно снимать. Потому что, когда руки такой фотоаппарат держит, немножко устают и уже тряска небольшая получается. И вот пока я возился, лисичка посмотрела в мою сторону и заметила. А мог бы сблизи снять. Вот такой я недотёпа. А вообще сегодня выбрался в лес. Сегодня 9, кажется, ноября. Хотелось бы встретить лося или кабанов. Следов много. И вот вдоль дороги здесь на грязи отпечатаны следы лося. И на лужах везде в лесу есть. Но на открытой местности здесь вот днем, наверное, их и не найдешь. Сейчас хочу дойти вот до этого участка леса. Здесь уже даже ветер стих. Но думаю, еще дальше пройду, еще сильнее стихнет. И можно будет спокойно поесть с собой. Горячий суп взял. Сейчас смотрю в ту сторону, где я лисичку снимал. Похоже, опять какая-то движуха. Если там лисичка, вернусь. Хотя ветер уже не в мою пользу. Будет дуть от меня. Сейчас посмотрел через видоискатель фотоаппарата. Оказалось, что это не лисичка, а просто пучок сена, оставшийся на поле. Ладно. Будем смотреть, что будет дальше. Погода сегодня хорошая, дождя не обещали, ветерок только такой северо-западный. Пойду обедать.
прошел по лесу около 2 километров с запада на восток, и теперь я иду обратно. Идти исключительно по дорожкам, по мокрой листве. Благодаря этому у меня было хоть какая-то бесшумность при ходьбе. Но тем не менее, все равно лося я не увидел, хотя следов очень много. И даже на влажной листве отпечатанные следы были. И на кору дерева тоже видел, как свежие такие погрызы. Ну, так можно назвать. Сейчас выйду из леса и пойду тем же маршрутом, как и шел. Немножко устал, но сам понимаю, что по сравнению с зимой, когда буду ходить на лыжах, или пока мало снега и тоже пешком, это даже не усталость, потому что все познается в сравнении. До дома еще 8 километров. На экшн-камере у меня аккумулятор садится, поэтому, скорее всего, больше включений не будет. Наверное, не буду продолжать запись. Может быть, сделаю какие-нибудь фото, если птиц замечу. Прогулка очень приятная. Погода хорошая. Вот единственное, когда на открытой местности выхожу, ветер. Но сейчас он мне будет в спину. Капюшон надену, все в порядке. Горячий обед здорово выручил. Хорошо подкрепился и согрелся. Появились свиристели. Стая пролетела надо мной. В поселке еще их не видел, но, может быть, в этом году их много и не будет. Я не видел, чтобы в чешмах рябина была в большом количестве. Видимо, я такой год. Только что заметил 2 косуль буквально через 5 минут после того, как я с вами попрощался. Сначала одну видел сквозь заросли. Ну, очень густой подлесок здесь. Молодые деревца. Так получилось, что их было 2. Они меня тоже заметили. Сначала отбежали в сторону, насторожились. Когда я начал двигаться ближе, я их сначала не видел. Они, когда стоят, повернувшись ко мне, очень сложно их увидеть, потому что окраска их сливается с листвой. Вот еще один побежал. Получается, их вообще 3 было. Эх, в таких густых зарослях. Здесь, наверное, только мамонта можно было бы заснять. И то макушку. Я уже продвигаюсь ближе к краю леса, как я и шел сюда. Потом пойду вдоль полей. Вот пока прекращу говорить, может быть, на дорожке увижу. Надо приготовиться. Нет. Она в 50 метрах от меня. Пересекла дорожку. Только мельком. Да. Как говорится, эх, Шарик, ты балбес. Вот, кстати, здесь покажу вам еще раз тоже. Присутствие лося. Название дерева. Я не знаю, что это за дерево. Но вот такие погрызы вот здесь. Прям 2 зубчика.
дошел до населенного пункта. Скоро буду дома, минут через 15-20. Сегодняшняя прогулка получилась довольно длинная. 10,5 часов я отсутствовал дома. С каждым разом прогулки будут все короче и короче, так как световой день укорачивается. В темноте в лесу делать нечего. Сегодня даже чуть раньше вышел из леса. Ну там маршрут срезал немножко, потому что фотоаппарат уже в темноте очень слабо фокусируется. Кадры плохие получаются. Смысл там ходить, бродить.